чтобы оно потом в корневой системе было удобно. А потом я буду поливать и ограждать, чтобы дети это не поломали. Правильно. Давай пробуем. Водички чуть-чуть. Можно. Давайте. Не, ну все равно будут. Главное, чтобы потом злые силы не выкопали, скажут, что это. Укрепим, укрепим. Эту фразу на грудь. Цветы посадим. Посадим тут квіти. Все люди вышли, веселые. Вместе убирают свои дворы, убирают город. Город сразу же меняет свой облик. Ну, конечно, это приятно видеть. Кроме этого, люди общаются между собой. Они действительно все позитивно настроены. Ну, а в позитиве всегда рождаются великие дела. Поэтому, конечно, приятно это. И несмотря на погоду, все-таки немножко она подкачала. Хотелось бы, конечно, солнышко. Но я смотрю, людей это не испугало. И очень много вышло людей. Поэтому благодарность всем кременчужанам, кто сегодня откликнулся на субботник, кто прежде всего для себя делает город чистым, красивым и уютным.